Танцпол остается свободным. Мне нужны две команды. Самых наших маленьких. Один. Все, да, дорогие друзья, все смогут поучаствовать в конкурсе. Все. Подарков хватит всем. Два. Иди за Сашей становись. Иди за Сашей становись. В колоночку за Сашей. Иди за... За Дашей. Сейчас мне еще вывод, молодой человек. Иди за Дашей становись. Становись тут за Дашей. Так, 4. 5 человек мне надо, чунга-чанга. Иди за Сашей становись. Индеец за Дашей в команду. Иди за Сашей становись. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Полный боекомплект. И нужны еще два ограничителя. Ограничители, естественно, праздничные, новогодние, новогодние праздничные. У вас будет сок, у вас будет живчик. Конкурс у нас лыжный. Новый год все-таки. Вдруг кто-то будет ехать на Буковель. И вот как раз сейчас потренируетесь кататься на лыжах. Вам уже проще будет. Это лыжи Сашиной команде. Это лыжи Дашиной команде. Понимаете, что делать? Вам нужно на волшебных лыжах объехать горку и спуститься вниз. Отдать лыжи следующему. И так, пока последний член команды не приедет на лыжах, вы передаете эстафету. Вот та команда, которая первая пройдет нашу новогоднюю трассу, получит подарочки от Деда Мороза. Готовы? На старт! Внимание! Марш! Тихо, тихо! Назад, назад, назад! Поднимайся! Лыжи забираем! Хватаем лыжи, едем, едем аккуратно, спокойно. Тише едешь, дальше будешь. Лыжи не теряем, переходим, не падаем, спокойно. Есть! Лыжа потерялась, лыжа. Забирает лыжу. Оп, оп. Давай. Передаем лыжи. Спокойненько, аккуратно, ничего. Отлично едет. Сборная Украины просто ждет наших лыжников. Лыжа, лыжа потерялась. Кто у меня первый? А это ты второй раз бегала, да? Это у меня победила вот эта команда, да? Аплодисменты команде лыжников. Команда лыжников, подходим ко мне. К сцене, подходим к сцене. Сюда, к сцене подходим. Закрываем глаза и достаем из мешка по одному подарочку. Раз. Следующий. Оп, закрываем глаза. Два. Дальше. Следующий подарочек тянем. Оп. Три. Следующий тянем подарочек. Четыре. И кто еще? И подарочек тянем. Аплодисменты команде, которая победила. Аплодисменты команде, которая не очень победила. Вам спасибо. И продолжаем наш слалом теперь
тяжелая артиллерия. Давайте, 5, вы круто боролись, молодцы. Еще будут конкурсы, вы еще получите подарочки обязательно. Так, лыжи готовы. Крупная артиллерия у нас, да? Вероничка сюда, Артем сюда.